пофигу на КД и на... Тут не будет Запускаю никаких. босса. Вон там два шума нормально. Там нямка еще есть, если что. Это... Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Ага, особенно мне в ПМ, Кирс. Вторая аура не нужна. Холика нужна, третья аура. От Ретрика нужна. Ледяная тьмы. Лед стоит уже у меня. Лед у меня стоит, я потом на тьму переключу. Ретри ауру уберите. О пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои, в атаку! Я оставлю тебя в жизни, чтобы ты... РДД. Кто пишет, вынеси. Ой, маск. Не видно, пошли. Милики, РДД перешли тоже. Милики перешли, разгром вынес. Перебежали. Далеко перебегали. Велики перебежали. Чума на Сантеи вынес. Мелики перебежали. Стойте, РКД на месте. Куда вы не рыпаетесь постоянно? Мелики перебежали, ЛРАЙ вниз. Быстро, быстро, ЛРАЙ. Что там? Прибежали РДД. Эрдруг, нам беги. Взор, твой второй дух на пуст. Пришли. Сферку не бахайте в рейде, выносите и... РДД, бейте сферы. РДД, бейте, бейте сферы. Меня. Кто со сферы бегает в рейде? Будапешт. Если она на тебе, то ты в сам рейд не беги, ты выйди, он ближе к краю и все. Сейчас переходка, все под боссы, бежим за спину, встаем. Сферку. Сферу сначала убить, сферу не подходить к сфере. Все, идем к боссу, ставьте в центр. Сейчас Вали ждем. Вали должны все в одну сторону полететь.
Бьем, больно, 50%. Сгорнение 5 секунд, разбежались. Центр никто не льет лужу от Анги. Ни в коем случае не лейте в центр. Геру можно? Да, Геру, давайте. Все под босса, ждем Валь. На малый круг уже можно вставать потихоньку. Оскорнение 5 секунд, разбежались. Перед Валями никто не льет оскорнение. СНТ. Разбейте Валь. Давайте станы. Застаньте ромбик, ё-моё. Зачем бить печеньку с луком? Я бы в лужу портнулся. Осквернение 5 секунд, в центре не налить. И быстро под босса, быстро. Ну, хильте, по тарге. Энджи, Фростгорн, внимай. Труса хлоп. Мгновенная, Чехов. Так, осквернение 5 секунд, ребят. Сбежались. У босса тоже не налейте, пожалуйста. На маске. Четвертый. Все, в центр. Ждем Валь. Все за спину встали. Бафы дайте по магам. И по Сантею. Че с Чеховым? Не обращай внимания. 5 секунд осквернения, разбежались, ребята. Печенька хил. Печенька приоритет. На мгновенный. Ой, как плохо. Застаньте, Валя, а то они сейчас в осквернении зайдут. Им дай на хп, скорее. Быстро, трусы забейте. Быстрее. Все хорошо. По Чехову был Бэрон, под заражение встал. Кому командовал Бэрон? Смешно, наверное. Все на малый круг. 5 секунд осквернения. Не было. Босса сбегаемся и фулл ДПС в босса. Там 6%, надо перевести. Печенька хил. Трусы хил. Бейте босса, 2%. Гимна на хп пробойка, сейчас помрут. Гимна на хп нет, 2%. Осквернение 5 секунд, разбежались. Успели чуть-чуть. Печеньку улетел. Сантея. Прохиляйте, сейчас перефаз, он сейчас плохо будет. Под конец больно. Ложитесь. У нас хилы подохли. Я в Вале сдох. Да там не только хилы. Там не только хилы. Сейчас в печеньке была только я. И мне пришлось тебе сказать про гимн, потому что был не за хил. Но... Дальше хуже. Веситесь. Не, ну да, я согласен. Момент нехороший. Хилов похватало. Да при чем тут? Именно вот по таргету люди не дохнут. Как на дохнут, как на Сендре, ничего. Вставалка есть у кого-то? Редвар, ты тут? Лисы всех. Да, тут. Вместо адванса заходишь. Ну, когда ты ему сказал, БР дал Энги. Мгновенно позже дал на Энги. Хера нам пан в рейде на локе. Гоните не его знаю. На ретрика.
Просто если остается три цели с заражением, просто переключитесь на эти три заражения и все, не надо там продолжать его ешить, все захилены уже были. Просто отец, ты тут? Да. Ты что-то хуёво заражение захиливаешь, да? Почему он? Хочу чипсы, ты тут? Чипсы. Ты хуёво что-то заражение захиливаешь, заебал. Получше хиль. Ульфсон, ты тут? Ульфсон, брат. Давай про чёрную ночь ещё скажи. Потом сопроты продаёшь. Свет небес, спам, блядь, заражение, нахуй, нормально. А то, блядь, дохнут. Прям похуй, беги и забивай хуй на танка, там, беги к заражённому человеку, кто в вальке летит, и хуярь у него свет небес. Частица на танке. Тот продает, кто-нибудь, нет? У тебя символ стоит, а уешный, Вульф? Толпу, свет небес, и нормально. Шкаф ставьте. Войд, там у тебя на перифазе маск этого самого духа сорвался на пулом. Mm-hmm. Ты это, как бы, таун спам, ты хуёво там. Да ладно, у вас там, блядь, дух постоянно через весь рейд идет то влево, то, блядь, вправо, через весь рейд идёт. А не-не, там странно тоже, я отдал на пул, ну ты мне сказал второго духа, я отдал на пул по воду. А просто он по маске пошел на пул, вот и все. Таргет-таргета у вас, наверное, макрос, не? У меня макрос по твоему нику. А, ну по нику нормально должен быть. Ну и все равно как бы маску сорвал, ну почему-то он не перешел на тебя. Таргет-таргет очень думал, надежный да. Макрос, его никто не юзает практически. Не, нормальный макрос. Короче, на баф и пул. Не, у меня просто паник. Дайте шаманам МП5, зачем мне кувал? Пристабаф. Я раз на шумоне, у нас раз на поваране. Пристабаф и кулак повару. Да и по магам можно кулак дать. Вот враска дала ранее, и это все он должен дать, сейчас он даст. Ну я уже суманул. Ты тут, враска? Да, я пытаюсь саппорт купить, у меня ук не работает. Че, никому дать саппорт, что ли? Байер, который тут? Там, да? Когда покупаешь саппорт, может чуть мешаться это панелька с умом. Поиск предметов и зависимость. Офисял написал, что он тебе даст саппорт, прими уже сумму. Да, я понял. Я релогнулся уже. Угу. Еще нужен. Тебе приставав. Сейчас раз ждешь, что ты докопался до него. Я всегда даю баф, когда все здесь. Че он будет 10 раз баф давать? Она у меня мана жрает. Мне приставав очень много жрает, да, мана, там 30%. Ну, пускай сейчас дает. Дайте. Саша, это шут. Можешь таргетный потом давать. Они чуть-чуть маны стоят. Тебе пришел Сумон? Нет. Пиздишь. Нет, не Кирс, пришел. У меня нету интеллекта, блядь, на варе. Чё за хуйня? Значит, лети сам, ссылка. Ты знаешь, чем, блядь, больше интеллекта, чем больше, блядь, раги вара будет? Ага, пиздец. Тоже блок щитом собрал на мишку, теперь не убивает никто. Прошел Сумон, нет. Нет. Лети в целка сам. Летишь, надеюсь? Есть у кого чешка помимо меня? Одевайте чешки, будет заражение хорошо прохиливать. По-моему, только у меня, да, чешка? Боль, печаль. Япончик до сих пор 2Т5 не надел. А, не, у япончика есть чешка. У меня вообще нет 2Т5 на ДЦ. Это плохо. Две штуки, и все. Там больше не надо. Я знаю. Друидов немного. Враска, чипс и влага. Враска, влага. Все, да, я готов. Все готовы. Шаманы, помним,
Ну, что за 20 говорил? Минут убьем, я тебе отдам саппорт. И хулипал тоже. Наконец, хваленые силы сын. По поводу вот хила заражения. Знаешь, уже полгода я не могу просто тупо 2 тыкатых забрать. Надо... Он тебя, потому что у тебя офспейк, да? Ты Дэнчик да. А то, знаешь, потому что всякие воиды заходят на своих ебаных клинках по 10 штук, блядь, и каждый одевай. Понимаешь? Ты офигенно. Да, воид? Я уверен, войдовский прист раньше оденет Т5. Все, сосредоточьтесь. Раньше что он мальчик? Да, конечно. Все, он будет на мейн роли. Мне дайте, мне дайте Т5. РДД, просто отец. Мидекс, вынеси чуму. РДД перебежали. РДД перебежали. Милики перебежали. Танк. Аккуратнее, милики, сейчас на ловушку не наступите. Когда побежите к Шаркарю. Можете поближе вот подвести босса. Босса подальше чуть продвинут, милики. Вот как раз перебегайте. Мидекс вынеси. Милики. Милики. Войд, Войд, перебежали РТД. Пульсор вынеси. Продиспальте чуму, ё-моё, гуляет. Войд, есть. Там есть чума, что есть, есть. Шесть токов. А, свои. Инна, похыпал, кинься, пожалуйста. На мне. Пожалуйста, не бахайте в рейде, вот сейчас кто-то стоит, прям бахает на всех. Просто сидись немножко. Третьего на пулю идти, я сам потанчу его. Просто он на ренджу, держите друг на друга. Могу кальмить, естественно. Все, сейчас сфера... Сфера еще не появится. Сейчас на гор надунет, на гор насчет... Сферу, 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 сферу. Я на малый круг становимся. Перед валями только не разлейте. 5 секунд. Там. Все, давайте Геру. С
Следующая будет, ребят, смежная. Надо будет на малых встать. На малый встаем. Набраски, осквернения. Смотрим. Печенька кто? Хил. Так, готовимся. Осквернение 6 секунд. В центре не налить. Авария. Все быстро под босс, сейчас вали будут. За спину, за спину. Все вроде в одну сторону будут, хорошо. Держите рейд сейчас на фулл хп. Осквернение 5 секунд. Набрали рейнджу, станы дали. Печеньку, но... Отбежали от совы. 7% сейчас будет до перефазы. Сейчас вали появятся, ребят. Бьем босса. Осквернение 4 секунды. Которая. Переводи босса к краю, все бьем босса. Прохил, держите танков, весь рейд на фулл КП, я дам ему. Пало, пало. Ничего страшного. Гимн отдал на ХП. Он сейчас в центре лежит. РДДшки, все убивайте сферы, их сейчас будет много. Подними Вольфа. Я побежу. Да, у меня лагает, не можешь спрыгнуть, блин. Он тебя на кромку поднимет, и можешь встать спокойно. Если есть Синер, просто отсюда не пойду. Сейчас после духа. Давай. Проверьте свои саппорты. Че, вставать? Да, да. Чем? А там сферы выносить же не умею. Надо же, блять, сразу две в одной точке держать. А че вы после лестницы, блядь, куда вы торопитесь? Так, сферы сейчас убейте, только потом заходите. Паладин, можешь вставать. Пока тут поднимай, Вульфа. Так, сейчас комната, ребят, будет. Метка стоит. Квадратик, да? Квадратик. Все за квадратиком бегают. Кто может, подхиливайте. Налево идем. На меня тут не кинулось. Совы звездопад отдаете, как духи будут подлетать поближе. Я с встреча бью. Бей. Никому в комнате умирать нельзя. 5 секунд выход. Как только выходим, сразу же все в разные стороны, влево-вправо разбежались, кроме центра. Не налить, вы уже сразу же будет. Разбежали. Так, 5 секунд, разливаем осквернение к коэффициенту. На Сантее.
переводить босса на другую сторону, все на другую сторону бежим. Сильно это далеко не разглядайтесь, а не потратитесь, старайтесь в этом же фрейме. У нас один завис. Это Мидекс, да? Полина, захити. Так, да, Войд, тогда на тебя буду кидать зубы, как только мы ходим. Или кто там держит его сейчас? Его берза уже спала. Хорошо. 5 секунд выход из комнаты. На Эл-Рэй, все от него отбегите. Мидекс. К трону, к трону. Быстро все за спину босса сейчас встаньте и его развернут. За спину, за спину, за спину. Так, осквернение влево-вправо вниз. На враске. Сильно здесь к краю не подходите, а то выйдете из комнаты, и есть вероятность, что вы улетите. Все, последняя комната. Если сейчас никто не умирает, все, убиваемся. Прохиливаете? Духи-то доходят, доходят, блядь, пиздец. Так, сейчас зубы кидать. Ой, дал зубы. Блядь, не выжил ты. И вы, кайтите, ребят, кайтите. С баблом он держит нормально. Сейчас он уменьшится. Охуенно, блядь, духа не убили. Смотрите, будет еще лужа сейчас. Поднимайте танк. БР, раздайте. Я не буду подходить, у меня лагает жестко. У кого БР есть? Черные ночи есть. У всех, кроме мгновенной, пока тут. Поднимай меня. В другую сторону, еще одна комната. Каску приступаем. И крик. Прячусь. Бля, говорите, если остановлюсь, у меня лагает. Метки-то. РДД, смотрите внимательно за духами, а то опять сейчас так сдохнет. Бейте духов, чтобы они не взрывали. Выбегаем быстро. Отталкивайте их, что хотите, то и делайте. Главное, чтобы они в нас не зашли. Сейчас был. 3 секунды, 2, 1. Вот встанем тут. Сосались. Ой, разверните. Быстро, за него спрячьтесь, за спину. Быстрее, быстрее, быстрее. Там это, там это. Все, убейте нас. Сохранение 5 секунд. Убейте босса.
А чё с духом? Какая проблема была? А чё так сложно, блядь? Сдавай составом. Не знаю, ничего сложного, просто хуй положили на духов и всё. Кого-нибудь ещё лагало, нет? Может пригласим... Да, да. Может пригласим этого самого... Чулана, чтобы он уроки нашим совам провел, как одна сова, блять, может контрить комнату. Сова это ладно, хуй с ним. Духов могут бить любые. Я тебе говорю, я был рад впервые, что столько духов можно продлить, но у меня были лаги, поэтому я фазу все равно не мог продлить. Ну ничего духов, страшного. Типа, в следующий раз продлишь. Типа на прошлом трае, ну на прошлом КД, типа духи, они вообще не успевали появляться, насколько я помню. Типа один проня дамажил, вы хотите сказать, типа. Ну линканьте скаду по духам. Прони сейчас нет в рейде. Почему-то. Типа нету прони, вся комната в духах. Троечный так, дух, это... смотрите, урон. Давай линкуем. Линкую. Кто его бил? Там бил это, блядь, 4 человека. Где ты, Кася? Ты мне трейд кидал, скинишь еще то, там ника не было. Сова, 17к. А в чем проблема Энги пока тут? Там даже Кирс начал хуярить, Элем, блядь. А, с последней, со всех есть? А, вот, смотри, вот нормальная линкуя. Че ты хуйню линкуешь? Да, РДДшки, я с вас в ахуе. Не, смотри, они нормально били. Тредвар куету линкует какую-то, подставляет людей. Ну, 300к это нормально? Ну. У меня, по-моему, общий или что там? Мне да ты хуйню какую-то линкнул, я хуй знаю. Ты обнулил мою. Как-то проще всего соулом и хантам. Да проще не проще, блять. Если лог кастанет жгучую боль разок, то не будет лишним вообще никак. Лучше, чтобы духов не было, чем, блять, они были и летели в рейд и нас пугали. А еще хуже вайпали. Там и есть злой дух, а есть зловещий дух. Фуловый дух, именно фуловый. Да. Его вообще никто не бил, его все проигнорировали, и у нас появились сразу же трупы. Просто я секунд 15 хер, бегал с 15% хп в комнате, секунд на 10. Это неудивительно, не рейд присел, что ты хочешь. Твоя ненависть не заберет больше. Вот что бывает, когда РДД расслабляются, да? Первый раз я вообще типа только баблом спас. Как говорит Войти, так сойдет. Нет, так не сойдет, блядь. Не сойдет, да? Это хуёво вообще. Тут всем похуй. Да, это пот. Сейчас еще Джайна. Дайте мне тепяты на друида. Дайте мне тепяты на друида. Дайте мне тепяты. Дайте мне тепяты на приста. Дайте тебе мне хватит. На ДД ДКшника, дайте ты пятый, блять, умоляю. Нормально. Зачем тебе на ДД, ты все равно не дамажишь. Почему ты, Войд, блять, создаешь именно таких твинков, которые, блять, на Таркена самая редкость там? Фар, блять, ДК, друид, нахуй. Вот представь еще, создать что-то. Я когда создал, еще не было ЗСУ. Да есть Крис, да. Я не знал, реально, блять, это вообще. Я когда увидел первый раз Такен, мне линкуют там 4 класса, и именно те, сука, которые я хочу создал, блять. Сука. Блять, эти вон Такены, маги, ханты, блять, локи. Вообще нахуй никому не надо. Забирай, блять. Ну, лук хороший выпал. Глора есть? Нет, прилив да. Есть. Есть глора, вот он. О, лук говно. О, лага, я могу теренаску на ПВП? Хороший лук. Теренаска упала. Если она нужна кому-то на мейн спек, именно хилу, то нет. Я бы взяла на мейн спек. Теренаску, да? Да. Я ее жду. А потом книжку с Джайны буду ждать. Кто там? Даркис. Даркис нужна. А, нет. Именно Теренаска, а там еще и меч есть. Друиды не таскают меч. О, а меч что-нибудь родит на мейн? У Вольфсера посмотри какой. Нянка, у тебя какое оружие сейчас? Бага, если что, меч заберу. О, у него плохое вообще. 260 у него. У него скоража напуха. Да, да. Вот видишь, а ты переживал за 100 гп. Ролит на мейн тут, ну шо, гц. Ну да, конечно. Может, мне гораздо интереснее, кто сейчас меч заберет. Сейчас увидите. Мне все РДД не надо.
Полипалу можно дать. По поводу коняшки все знают? Чё знают? Покупаю коня за 1000 ГП. На полном серьезе. Ты новички пролетишь. Кто больше? Давай, 1000 ГП раз. Ну если выролишь, то получишь еще 1000 ГП сверху. Да не, ну так не, так не пойдет. Ты только что согласился. Сосад, я ничего не соглашался. Рольте. О, смотри, 38. Блять, вот и РСХМ не осталось время. Луцинь выиграл, хочу чипс 98, новичок. Дайте портал, сударь маг. Луцинь сколько? 87, второй. На втором. Чё там? Все разрулили, да? Жми мой инспект, Луцинь. Новичкам топовых маунтов мы этих не отдаем. Мы отдаем маунтов тем людям, которые стабильно приходят в рейды постоянно и чат. Войт, смотри этого. А если бы ты в 12 сделал РТ, блядь, было бы время бить. Стоять, проверю Джайна. Вопрос к ДВшникам. Вы до сих пор целкабочку не хотите ходить? Я бы да? Твинком сходил, может быть. Нету Джайна, да? Не запустить. Как времени нет? Вот в воскресенье 12:00 пойдете? Что делать за ЕП? Че, мы идем в Рэску или что? Я не хочу ходить в такие рейды за ЕП, где, блядь, пол твинков, блядь, которые нихуя не дамажат. Смысл какой? Мне интересно так ходить. Почему не пол твинков? Престол, такие вот, как у меня, вот, сова, типа, там, 12. Просто 11. Чувак идет каким-то, блядь, вагоном, твинком, блядь, ссылка обычку, лутает мейна. Братка, ты про кого возмущаешься, скажи? Да у нас полчаса. Мы, в принципе, не успеем уже РС закрыть. Не, не стоит даже. Лучше и завтра сходить. Про обычку, которую... Еще раз про обычку. Обычка зачем? Обычка, во-первых, осколки, во-вторых, квесты попроще, чем в Гере делаются. Эти, потом боешки продать и, как он называется, байеров каких-то взять на ачивки, там, 1020 ачивки стоят. Купить сапротов, там, не лишнее, думаю, будет. Если вам это не надо, то, ну, я дальше буду вечерний рейд спрашивать. У твинков есть мейны, которые, блядь, у них они ловят, типа, не хотят ходить в гильдейскую обычку, а где-то вешают КД на мейнов, это как-то нелогично, по-моему, не? Полин, ты мне говорил о нем. Да, я захожу на шамана, мы с тобой встретимся. Сейчас и что думаешь, Вага?